В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Буква Ж в имени – это стремление к эстетической завершенности. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Счастливыми цветами числа 2 являются все оттенки зеленого, от темного до яркого, а также белый и кремовый цвета. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Счастливыми камнями для владельцев этого имени с нумерологическим числом 2 являются жемчуг, лунный камень и все другие драгоценные и полудрагоценные камни тускло-зеленого цвета. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Люди с этим именем без труда завоевывают симпатии и любовь окружающих. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости. А вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.